Сегодня мы подводили итоги фотоконкурса «Люблю Украину». Работы на этот фотоконкурс принимались с 9 по 23 августа. И всего приняло участие 23 работы. В этом году уже проводится третий фотоконкурс «Люблю Украину», работы на которой принимались с 9 по 23 августа. И вот я входил в состав жюри. Вот мы отбирали лучших и пытались это делать аргументированно, а не просто на свое усмотрение, на свой вкус. И работали по принципу, что каждый член жюри отбирает 3 работы, которые считают победителями. И после этого мы все эти работы, которые отсеяны, мы голосовали за них по 5-бальной системе. И после этого уже выбирали фотографии, которые набрали 1, 2, 3 место, соответственно, набрали больше всех баллов. В фотоконкурсе «Я люблю Украину» победителем стала Велика Богдана. Работа у нее называется «Люблю тебе, рідний краю». За него проголосовали все максимальными баллами. Понравился всем. Тут композиция интересная, передний и задний план, и горы, и природа. Все такое специфическое для Украины. Второе место Макаренко София. Ее работа называется «З Україною нікого у світі не боюся». І третє місце зайняла Макаренко Любов. Ее работа называется «Моя мама украинка, а я її дитинка». Это портретная фотография. И также первые 3 места и 4-й спецприз Герих Александр, «Сонячна Украина». Награждены участники и призеры конкурса дипломами. Получали призы, подарки от сувенирной лавки «Декор из дерева».